Так, куда мы идем? Мы идем за шуруповертом, и потом за березовым соком. Вот. Потом березы пошли. Потом пойдем к березам. Уже вечереет. Лошадей завели уже. В этом году упиваемся березовым соком. Мы попробуем пройти через ангар, там, где у нас сено, трактор и опилки. Опилки. Тракторец. Без тракторца никуда. Посмотрим, пройдем мы. Сено нет. Сено. Такое вот запечатанное сено. Еще никто не успел надгрызть. Можем пройти. Так, не погрязи. Я думаю, что сюда Кузя ходит. Вон тут своя дорога. Мы идем за ливады. Березом. Туда, вот туда. У нас дождь прошел. Мы же в деревне. У нас тут мокро, короче. Сегодня обещают дождь. Еще ливень. Ну, так как нам сока хочется. Нам, мне. Все как-то сопротивлялись. Мы идем поставить баночки. Завтра придем, уберем сок. Боже мой. Это была собака, он меня напугал. Сзади грыз. Зачем так делать? Грыз тоже. А куда вы? А я с вами. Что тут трактористы накидали мусора? У них поля как большой мусорник один. Кузин так быстро ходит, я уже задыхаюсь. У него ноги длинные. Я только бросила недавно. Не могла так быстро. Поэтому ты и бегаешь, блин, много. Я тоже когда курила, нормально все было, блин, как бросила. Да. Кто курит больше всех? Медики и спортсмены. И что, мы такую маленькую березу берем в оборот, да? Может, побольше найдем какую-нибудь березку? Да, это что, тебе маленькая? Не знаю. Какую? Вот жадность-то. Да что жадность? Жалость, а не жадность. Вот, баночка. В баночку. Большая, поставим. Взрослая береза. Вот так вот. Вот. Получится, не получится. Садисты. Деревья продырявливают. А что с ней деется-то? Грей тоже тут с нами. Грейка, ты с нами. Ходили за аккумулятором. Ага, вот. Стемнело. Зеркало. Да. Как у Задорного. Зеркало. Тебе жесткая береза какая-то попалась. Вот она и береза. Не хочет. Это же береза. Должна быть жесткой. День не березовый. Сейчас мы пойдем обратно. Что тебе? Брызгает. Кровопийцы. Березовые. Кап-кап. А ну кап-кап. О, пошло, пошло. Хоп-хоп. Капает. Все, пошел сок. Пошло. Завтра Юля прискачет первая. Выпивает, оставит баночки и побежит дальше. Скажет, не-не-не. Не я выпила сок. Попадает? Конечно. Сильно в край бьет. Еще бы наклонить. То так? Вот, когда под наклоном баночку поставили, он попадает. Ага, чтобы она не упала ветром. Идем к следующей березе. Пришли волки. Волки
пока уже делаем, темнело. Волки пришли. Волк пошел, пошел дальше, пошел, пошел в лес. Ходят волки, ходят волки. Волки, волки. Кожашу тут делать. Сейчас вам все баночки попереворачиваю. Вот кто на баночке переворачивает. Поломался у нас шуруповерт. Сегодня уже не будем ходить, придем завтра. Там чуть-чуть капает. Ну, может, накапает. Все, пошли обратно. Волки. Серега уже усвистал. Волки. Уходим. Возвращаемся. Уже темно. Быстро стемнело. Но мы поздно пошли. Придем завтра, посмотрим. Насобирался ли сок. Если дождь еще пойдет, будет еще хуже. И надо резиновые сапоги до колена одевать будет. Серега пошел вдоль леват, я пойду назад через ангар с Греем. Грей тоже не дурак, он знает дорогу. Да, Грейка? Так, у нас тут ход между сеном. Ужас. Ты что там делаешь? Стрём. Стрёмно. Ты кота там, что ли, гоняешь? Грей. Прекращай. Поскакал. Скакун. У Рогозина ноги длинные, быстрее ходит. Большой трактор. Так, все, дошли до конюшни.